для того, чтобы улучшать пассовый контроль, я говорил в начале матча, что самая главная задача у соперника сегодня будет – это заставить другую команду обороняться. И пока это лучше получается у подопечных Олега Дворка. Войнов подставляет кружку, клюшку под бросок Яхова. Ну, там хотели менялись, поэтому Яхова добрался дома. Ситуация, в которой у финнов 6 защитников, все-таки сборная России, мягко говоря, не сборная Дании. Я думаю, как раз одна из таких точек головной боли для финского тренерского штаба. Потому что понятно, что при 60 минутах интенсивной игры этого будет чуть-чуть мало. Не главных, но важных. Да. Ну да, очень внимательно нужно следить за Громовым вблизи собственных ворот. И как раз Мина Конева сейчас пытался довести шайбу до 64-го номера сборной Финляндии, который был уже за спиной защитника сборной России.